Итак, очень все просто. В лототроне 10 шариков от 0 до 9. Вытаскиваем последнюю цифру порядкового номера. Определяем последнюю цифру порядкового номера книжечки. Для этого ты хочешь крутануть, ну крути, крути. Молодец. Теперь открываем шарик, отворачивайся, отворачивайся отсюда. Вот туда, повернись вон туда. Ну не так. Ладно, хорошо, давай повернись к маме. Давай, руку, а ручкой туда. Руку запихивай сюда, давай, доставай, доставай. А смотри на меня. На маму смотри, на маму. Давай. А ручкой туда. Достала шарик, боже, ты молодец. Итак, последняя цифра порядкового номера книжечки. Цифра 9. Мы опять забрасываем шарик в лототрон и определяем предпоследнюю цифру порядкового номера книжечки. Анечка нам определит предпоследнюю цифру порядка номера книжечки. Смотри на маму смотри. И доставай шарик. Доставай шарик. Молодец. Предпоследняя цифра порядкового номера. Показывай туда в камеру. Цифра 2. Опять забрасываем шарик в лототрон. Опять раскручиваем лототрон и определяем третью цифру с конца. Третья цифра с конца порядкового номера. Анечка. Цифра. Показывай на камеру. Цифра. Опять 9. Итак, три последние цифры 929. На сегодняшний день у нас куплено книжечек, пожалуйста. 20499. Опять закручиваем лототрон, раскручиваем и определяем вторую цифру сначала. Вторая цифра сначала у нас, так как 20 тысяч, то тоже от 0 до 9. Определяем вторую цифру. Давай, Анечка, доставай шарик из лототрона. Отвернись, ну что ж ты туда смотришь-то, Аня, вот. Ну уже взяла, ладно, после, давай. Молодец, Анечка, показывай туда на камеру. Какая цифра? Цифра 3. Итак, вторая цифра порядкового номера книжечки, цифра 3. Уважаемые дамы и господа, так как у нас на сегодняшний день куплено 20499, да? То есть 23 тысячи книжечек у нас не куплено. Нет? Значит, тогда в лототроне мы оставляем две цифры, 0 и 1. Потому что 2 не может быть, потому что всего лишь 20 тысяч. Не 23, а 20. Всем понятно, почему две цифры оставляем? Куплено 20 тысяч, 23 не куплено, поэтому двойка быть не может. Оставляем всего лишь две цифры, 0 и 1. А остальные шарики достаем. Пожалуйста, подойди сюда ко мне, помощница. Держи шарики. Еще раз, как тебя зовут? Яночка. Держи шарики. Так, 0 я оставляю. Двойка, восьмерка. 0 и 1 оставляю. Все остальные вытаскиваем. Анечка, подожди. Яночка, держи. Стой здесь. Ой, как я окружен девочками. Как мне это нравится. Итак, раскручиваем барабан, определяем первую цифру порядка номера книжечки. Давай, Анечка, на маму смотри, господи, ну уже достала. Итак, первая цифра порядка номера, показывай на камеру, цифра 1. Молодец, Яночка, ты заслужила конфетку и авторскую книжечку. Сейчас подойди к маме, потом я тебе подпишу книжечку. Мама пускай выберет любую книжечку, я подпишу и подарю. Первая цифра порядка номера, цифра 1, бросай сюда назад. Мы сейчас разыграли с вами весь номер для тех, кто находится в интернете. Итак, 13929. Я вас поздравляю. Вы выиграли мобильный телефон. Заходите на сайт, регистрируйтесь, звоните мне. Или на e-mail сбрасывайте информацию. Мы с вами связываемся. Я высылаю вам мобильный телефон в любую точку мира.